Вторая жизнь для пистолета, для монтажной пены. Как вы все знаете, со временем, если долго не используешь, пена внутри засыхает, что приводит к поломке, к неисправности и нерабочему состоянию пистолета. Такие пистолеты стоят довольно-таки дорого по сравнению с пластиковыми, но они имеют ряд преимуществ тем, что можно регулировать дозу монтажной пены. И когда такой пистолет выходит из строя, очень как бы для бюджета становится накладно, для домашнего. И, ну и пластик с пистолет, так скажем, полное говнище по сравнению с таким пистолетом. Ну, есть вариант, как его починить. Когда пистолет засыхает, чтобы его разобрать, нужно использовать источник энергии, тепла. Для начала, чтобы разобрать все вот эти соединения, три соединения.